защищаемся от прямых ударов, но не как обычно стандартно, да, от левого удара мы уходим вправо, от правого удара мы уходим влево, да, обычно, стандартно. Смотрите, что мы сейчас будем делать сами. От левого удара мы будем уходить влево, да, тем самым, соответственно, открывать себе площадь под печень, и тут же будем пробивать правый боковой, но в какой момент? Я без тела не смещаю обратно, то есть, да, я вот разошел, и отсюда буду бить. Левый корпус и правый сбоку, правильно? Да. Смотрите, в чем вообще в принципе фишка? Вы должны успеть уйти, без тела прям на левую ногу кинуть, резко пробить левый корпус, то есть не надо максимально жестко вкладываться на один удар. Да? Ваша задача успеть пробить правый боковой корпус. Бам-бам. Но его нужно успеть пробить до того момента, когда соперник очухнется и, соответственно, будет убирать руку назад. Да? Вы должны успеть. Бах. Зарядить до того момента, когда он ручку вернет. И получается вот такая работа. Кидай левый. Раз, два, три. Пам-пам. Туда. Чуть-чуть не успел. Опять. Раз, два. Пам-пам. Туда. Зашла. Понимаете, о чем я говорю? Раз, два. Туда. И также, соответственно, вправо. Вправо, да, кидает сюда. Сюда вправо чуть сложнее. Вам некомфортно будет просто уйти. Дах, дах, туда. Видите, зашла. В чем будет сейчас у вас проблема? Вам вправо будет некомфортно переносить весь тело, пробивать нижний и сбоку. Но вы не делаете акцент на нижний, вы делаете акцент на боковой. Нижний это для разгона у вас, то есть чтобы корпус завести на боковой. Видите, я ушел, нижний, вот я плечо завел, отсюда, соответственно, боковой. Понятно? Пробуем. Как он? Очень. Ну как правый стол?